Сасуке, брат. Я Сасуке. Приехал. Хотя вдруг она смотрит. Если она смотрит, она сказала, если я в штанах Адидас, у меня не будет ни свидания, ни хуя. А я в штанах Адидас. Ну, ты, это нормально, то, что ты, это первые слова? Которые... Ну, я, блядь, в Ростов приехал, хотя, пацаны, блядь. Где блядь, ты, да ты, ну так нельзя вроде с а женщиной. А где у тебя камера? Вот она. Ну, вот это а обезьяна. Я штаны менять, мне сказали, если я в Адидасах буду, у меня это не будет ничего. Блядь. Она сказала, не позорь семью. Блять, он у себя в Телеграме сделал пост. Гриферю стрим пятерки в РЛ через 3-2-1. И ссылку на меня. Стоп, стоп, досмотри до конца. LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно. А если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Блять, она, короче, не смотрела, но сейчас смотрит. Угу, все нормально. Да. Привет, Кирилл. Я вот здорово, привет. Братан. Как у вас тут? В... Где вот вы? Вот обезьяну нахуй отсюда скидывай. Здорово, садись на мясо. Привет, ребят. Вот у меня есть звезда. Познакомились в Майнкрафте. Он мои домики гриферил. Думаешь, этому не достанется? Надеюсь, что нет. Сейчас просто это, короче, не Моргенштерн подъедет, да. В кальянку поедет. Ну, жесткий раскумарчик будет для легких. Ну да, такую баньку устроим для легких. А это мут был? А? Что это было? Да. Ну, расскажи вообще, да, какими судьбами? Ну, короче, ребят, тут, говорят, в Таганроге красивые девочки живут. Ну, вообще, в Ростовской области. На самом деле повезло, одна единственная. Да? Да, да. Там все остальные, да, яркие, да. А ты, ну, девочку трахнул? Вот эту? Да. Нет, она, смотри. Блять. Ну, ты, ну, рассказывай. Сегодня распаковочка устроится. Блять! Ну, рассказывай, короче. Ну, ребят, короче, девочку увидел на стриме у Кирилла. Кирилла, угу. Пятерки, а.к.а. Он там, ну, короче, ну, пиздец. Ну, влюбился с первого взгляда. Я сразу написал еще до этого свидания. Сразу надо, блядь, брать. Так. И, блядь, она сейчас смотрит, и мне как-то страшно. Угу. Ну и все, я такой, блядь, надо ехать. А я учусь на третьем курсе, у меня там пиздец, да, сессия, кстати, пизда, сейчас... меня вот так, бля, бом-бом-бом, блядь. И я на прошлой неделе решаю, если я за неделю закрываю все, у меня на следующей неделе будет зачетная неделя. То есть, да. Ну, типа, если зачета не сдал, идешь нахуй из университета. Ну, там, пересдать, ну, ну, в итоге нахуй. И я за одну неделю на жесткой мотивации. И, блядь, просто нахуй все закрываю каждый день, она меня подбадривает. Я такой думаю, надо еще сильнее. Нахуй я работ 20 закрыл за одну неделю, и все. И думаю, ну, блядь, если я это сделал, то, блядь, съездить в Ростов. Хуйня вопрос. А я так еще батьку что-то такой, ну что, батек, я в Ростов. Он говорит, а нахуя? Я говорю, ну, где у тебя запикалка? На какая кнопка? Вот. Не-не. Жестко. А? Так. Ну, короче, жестко гулять, жестко. Че? Гулять, да. Отлично. Ну да, жестко гулять, короче. Свидание можно сделать, контент, а то я уже попал из стриминга, да, инфополя, блядь, уже какие-то там MC Макса. А, еще надо Саню, блядь. Ну, на ринг, я думаю. Ну, потому что. Ну да, ты должен как бы отбить сначала женщину. Ладно, расскажи, тебе вообще не стыдно, что вот Саша к ней подкатывал, у них были вот эти свидания, и ты вот сейчас... Так вот она просто... ему сразу сказала, Саня начал к ней по Дискорду подкатывать, она говорит, мне уже звезда пишет, давай, Сань. Пока. Поэтому тебе не стыдно, нахуй? Ну, ебать, ты видел? Саня, нахуй, пусть этих своих в Таганроге 16-классниц, ой, 16-леток. Я уже все старый для 16-летних, все. Возраста уже, все, часики тикают, 20 лет уже, прикинь. Да, а во сколько тебе было лет, когда ты в первый раз мой домик загриферил? 16. Пиздец. 4 года назад, SP4 как раз. Нет, ну нет, 3 года, наверное, назад. А, блядь, знаешь еще что? Сейчас, подожди. Короче, надо
будут делать эдиты в ТикТоке, типа 2000 какой-то там, и ты гриферишь, и я говорю, звезда, я тебя ненавижу. А сейчас я куклу вот. Должен выиграть? Нет, блядь, а сейчас, типа, мы с тобой вместе такие, и там будет замедленный кадр, и типа мы такие радостные, смейся, типа. Блин, звезда, ты мой лучший друг. Звезда ему сегодня. Все, это для эдитов. Спасибо, спасибо. Спасибо. Вот, блядь, ёп. Вот, ну... Я вообще хотел костюм обезьяны примерить. Да, сейчас будет костюм обезьяны. В костюме обезьянина уже. Да, сейчас, ребятки, костюмчик обезьянки сейчас будет. Так, пока стример отвлекся, пойду на СП разбаню ребят своих. Блять, пока там нахуй Майнкрафт запустится. Все, давай, уже все. Так, я готов, теперь ты одевай. Нет! Блять. Так, давай, обезьяны в офисе. Туда руки или нет? Не-не-не, вот, блять, вон она, штанина, видишь? Вот. А вот это потом на шею вот так вот. Я в последний раз залазил в костюм члена. Так, ну и теперь, наверное, прыгай. Подпрыгивай. Ага, ага. И там надо ноги засунуть. Руки ебучие. Нахуй, блядь. Да, блядь, что ты робишь, блядь? Оно почти не видно. О, блядь. О нет, блядь, ну он пришел, что, пиццерка, он пришел гриферить, блядь. Гриферю дом, пранк обезьяной. Нет, блядь, он загриферил меня нахуй опять. Блядь. Где наборы Лего самые дорогие? Нет, сука, нет, блядь. Блядь, я не могу взять. О, дом. Да не делай ты, сука. Блять! Блять, блять, не делай, блять, сука, не делай, долбоёб! Ну да. Да не трогай, блять, это мой любимый набор, сука! Отпусти его нахуй! Ну я в руке. Дом твой, пожалуйста. Блять, ничего не трогай! Ёбаный ты козёл, блять, он рассыпается нахуй! Ну так и приезжай. Блять, знаете что? Отойди, пожалуйста. Вот туда отойди. Блять, он загриферил, блять. Он реально загриферил набор, с которого строился мой дом. Реально же, блять. Да иди нахуй, блять! Ёб твою мать, блять! Бля, да не трогай, сука, блять! Блять. Починю? Ну ты как? Всегда дом чинил, выше, вот и сейчас. Да, блядь, хуй, ты всегда его чинил, блядь. Сука, пранк обезьяной, нахуй. Ой, блядь. Не, ну не хуёво. Я могу приехать. Ой, ой, ой. Блядь, как в G.I. Joe Club'е, только наоборот, блядь. Там, кстати, да, это происходило, нахуй. Блять, да что ты делаешь, нахуй? Сука, что ты делаешь? Что ты, блять, бобра моего? Так, вот там в кармане просто выключай. Не дают постримить, нахуй. Что ты делаешь, блять? У тебя дома гриперы. Нахуй ты делаешь, блять? Нахуй я приехал. Алло, Бородор, блять. Так а вы долго уже с ней общались? То есть у вас как вообще переписка идет? Ну это, кстати, за последнее время это первая женщина, с которой я поддерживаю переписку обычно. Я осуждаю такое, но я такой, я на даче, я в городе, я в Москве, ага. Приезжай, типа, вот такая. Mm. А тут я прямо поддерживаю, типа, узнаю, потому что реально интересно, потому что это, ну, типа, сердечко. Ну я бы не поехал, типа, 1000 километров просто так. Mm. Сколько тебе девочек, вот, ну, правда, вот, дали... Распаковка? Ну, дали писю свою понюхать только за то, что ты звезда и гриферил дом пятерки. Все. Блять, он монетизирует мою славу, блять. Он писит на мою славу. Ну, конечно. Ты человек семейный. Угу. А ты вот, то есть, пользуешься, да? То есть... А у меня все, сегодня последний день. Я предупредил ее, сказал... Я сегодня отрываюсь. У меня как мальчишник, ага. А потом я уже человек семейный. Сколько серьезный. У тебя денег?
Сейчас на карте? Да. Ну, это хуйня полная. Ну, хватит только, чтобы тебе дрочили, и я только смотрел. Ну, ебать, мне это... Не, просто когда я, ну, я один, не очень мне кайф просто смотреть. Он ждал меня нахуй. Ну, расскажи тогда еще, пока мы с тобой вместе, да, пока у нас есть время. Че вообще, какие у тебя идеи по хайпу, по, так сказать, медийному, или тебя это не интересно? Вообще, что случилось у тебя вот в жизни, потому что зрители тебя... Ну, был у меня человек, на котором я хайповал, да, а он что-то на СП перестал заходить в дом к себе. Угу. Которого нахуй нет. Его Брисон снес. Ну, а когда он его снес? Ты это заметил спустя два месяца, и типа, я не знаю. Подожди, где мой дом, блядь? Все, блядь. У меня спиздили дом. Блядь, я даже не проверю своим, да? Заебись. Блядь, у меня спиздили дом. Артан, ты знаешь, сколько уже нет твоего дома? Сколько? Давай я даже, чтобы не соврать, просто своим проверю. Месяц. Твоего дома нет уже месяц. А ты можешь своим просто по этой табличке лакэмнуть? Дай угадаю, на цифру 3 начинается никнейм? Ты не угадал. А на что, блядь? Ну ты подумай. На букву М? Да. Вторая Р? Да. Третья Б? Да. Пиздец, блядь. Да и ебаные майншилдовцы пиздят идеи в наглую. Я наткнулся на роль, ну, типа, у меня иногда реки выпадают. Там чел, типа, вот, сделал потоп. Сделал потоп и хуярит мой скин, только не черного, а скин пивомена. Угу. И у него там скин пивомена, да. Тоже твой скин, да? Ну, конечно, я там не видел ни разу. Пивомен, алкомен. Да? И он реально украл твой скин? Просто взялся на превью, поставил и написал потоп. Охуеть, блядь. Хайпит на твоем имени. Естественно. Бананчики. Бит. Вот, хотел тебе вот показать. Бананчики. О, нихуя, у тебя все зажило. Бананчики. Ну так просто. Вот пила струна. Ее надо... А ты не хочешь ее повесить к себе? Ебать. Блядь, это будет. Это будет. Ну сейчас и нельзя, ты, конечно, так делать. Но это будет, сука, реально. Там же даже зацеплять не просто. Ну да, да, накинуть. Но сейчас нельзя. Ну, бля, это реально хайп. Вот, вот так повесить, да. Вот, кстати, вот. О, это моя. Америка. Нихуя она тяжелая. Блядь, ну я думал, ты... Высоковато сидел. Ну что, ребята, на этом наша трансляция подходит к концу. Ну заходи, заходи. Помоги мне убрать. Здорово, доброе утро. А я ждал, когда ты зайдешь. Да. Тут, блядь. Тут пранк вышел из-под контроля. Да? Не, ну я даже твой фанат в каком-то роде, конечно. Патриотично. Ну да. Это флаг Франции, если что. А ты из Франции, да? Я француз. Да. Тут просто пранк вышел из-под контроля. Да. Да, ну типа это пранк, а. А это вышел из-под контроля. Ну, МС Макс, негде будет ночевать. Здравствуйте, у меня сегодня в гостях ну, просто легендарнейший человек, который не нуждается в представлении, да. МС Чумэн! Здравствуйте. И начнем сразу с того, что, ну, блять, сейчас, подожди.
как нам приходится сидеть, вы уже, наверное, чуть-чуть замечаете, но я вам продемонстрирую получше, да? Вот. Короче, ёбаный звезда, охуевший. Он мне сказал... Ну, короче, блядь, я не знаю, как вам объяснить, что... Ну, везде нахуй. Шарики эти ебучие, блядь. Ёбаный звезда, оказывается, у меня решил переночевать. Он, то есть, мог переночевать в каком-то другом месте. Но он переночевал у меня только для того, чтобы всю ночь, нахуй, надувать у меня ебучие шарики, блядь. И чтобы вы понимали, я этого реально не услышал. Вот, я одновременно люблю его и ненавижу, нахуй. Потому что это уёба... А, блядь, да, кстати, да. Угу. Значит, это уёба, блядь, да? Я ему со всей душой, блядь, я ему говорю, вот, на, вот тебе раскладушечка, все окей, да? Все круто. Он говорит, да-да-да, братанчик, респект. Я просыпаюсь, нахуй, чтобы, блядь, вот, я открываю дверь, на меня высыпаются и уже эти шарики, нахуй. Вот, он пришел, блядь, взял, загриферил мне хату. Вот, это с одной стороны, я его за это ненавижу. Я думаю, какая ты охуевшая тварь, блядь. Да, что ты так вот делаешь. А второе, я думаю, блядь, какая же он охуевшая тварь, я прям его фанат. То, что он стоит на своем, нахуй, что он настолько идейный долбоеб, вот, что я его даже зауважал. То есть он настолько, ну, как бы, представляете, он подготовился, ебучие эти купил шарики, нахуй, по стелсу их надувал, блядь, я просто за дверью спал. Ну, типа, вот у меня кровать, у меня есть свидетель, да, который докажет, что метр до кровати. Нихуя не было слышно, как он надевал шарики, но я его один раз чуть не спалил. Чё бы вы, нахуй, думали? Я кладу звезду ебучего спать. И просто нахуй хуяк офается свет. Если у меня офается свет, это значит офается и отопление. Вот. И его не включали часа три. Я волновался за звезду, то, что он здесь спит, и что ему будет холодно, блядь. Вот. И я постоянно ему писал, звезда, тебе холодно, звезда, все у тебя хорошо. И в какой-то момент включают свет, и я понимаю, что звезде сейчас пиздец. Потому что умный дом, он перезагружается, когда выключается свет, начинает врубаться нахуй все, блядь. И я к нему заваливаюсь, блядь, в темноте в 6 утра, блядь, по-моему, ну или в 6.30 где-то. И я уже отключаю все из розеток нахуй. И замечаю, блядь, шарики. Но я не придал значения. Я думал, он едет к девочке. Он захочет этой девочке шарики подарить, блядь. Я заметил только 3 шарика, блядь. Оказывается, это уёба. Вот сюда вот мне на складе... Ну, короче, где кресло? Тут были шарики. Под столом у него были заготовлены 50 шариков. И еще это уёбище утром проснулось пораньше, нахуй. Для того, чтобы, ну, понадувать еще 50 шариков. В итоге у меня, блядь, 100 шариков, нахуй, по всей квартире. И самое главное, блядь, я проснулся, думаю, ну, пока не буду будить звезду, типа, я пойду сейчас сам посру. Сижу, сру, залезаю в Телеграм и смотрю в его Телеграме, где он говорит, ебать, надул, блядь, шарики. Я думаю, какой нахуй? Он попался на то же самое, что и на СП, блядь. Он просто, нахуй, заспойлерил мне же своим Телеграм. Я ж подписчик его Телеграма, блядь. Вот, ну я все, блядь, вы видели мою реакцию в видосе? Я захожу, просто говорю, здорово. Я делаю вид, как будто нихуя не произошло. Вот, ну Соня сказала просто лопать эти шарики. Сегодня будет челлендж. Кто больше лопнет шарики? Да, мы просто будем прыгать по всей хате и нормально. А, и еще, дай, блядь, реквизит. Сука, ну это же... Нет, а, вот, нет, вот эту хуйню. Бля, ну это то есть, вот... Вот, мне как бы звезда обеспечил то, что завтра у меня MC Max не спит. Как бы просто... Ну, спасибо, я... братан, спасибо. В принципе, я даже благодарен в каком-то роде. Вот, но он там что-то у себя писал в Телеграм-канале, то, что ему стыдно. Я думаю, с кем не бывает, во-первых. А во-вторых, этим, ну, тут очень острая такая штучка. И очень легко шарики как раз-таки лопать. Так что нормальная тема. Выбирай палку. Вот это. Так, ну и все, начинаем. Блять, самое главное, мне реально потом 100 этих шариков собирать, блядь, по полу. Ну, начинаем, да? Да. Раз, нет, давай такой, так вот. А, блять, у меня же что-то тут нахуй не то. Ну ладно. Я думаю, просто вот так нахуй. А, ну давай. Ебать. Ну чё, звезда, блядь, чё панты нахуй? Ой, как лепо делать, блядь, просто. Ёпта нахуй. А! Блядь. Ёбаный звезда. Как? Да блять, пиздец, я ненавижу этот звук, нахуй. Блять, так. Сука, они еще летают, нахуй. Блять, об этом со свистом, нахуй. Блять, что за нахуй происходит у меня тут, блять? Че, звезда, блять? Так, сука, копье.
Ох, блядь, ты чё, ебанутый? Ебать, блядь, я в провод. Сука, Блядь, пиздец, мне страшно, нахуй, я в ахуе, блядь, зацените Серёжку. Опа, блядь, как ты, нахуй, куда ты? Блядь, ебать. Блядь, эту всю хуйню собирать потом. Ебать, PlayStation? Забирай мне. Блядь, а где? Пиздец. Вот как нахуй? Ебать, нихуя себе чё отрыл. Все, терни нахуй, гоняй. Пиздец. Где сразу две? Да, ну блядь, ну звезда, нахуй такие маленькие надуваешь, они не лопаются. Пиздец, мне все это нахуй собирать, блядь, по всей комнате, нахуй. Блядь. Все, все. Фу, нет, блядь. Нет, еще нахуй. Вот, давай, давай. А ну, накинь. Давай. Ебать, блядь, охуеть. Ебануться. Давай еще раз. А тут больше нет. Нет, больше нету. Все? Да. Бля, может это еще есть нахуй, ну последний. Ну ладно. Не, ну ты разогнался прям люто. Ну все, звезда. Бля, переиграли звезду нахуй. Бля, эта звезда так пососала. По-моему, не так стрела. Вот а, так. Все.